И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на выживалочке. Собственно, что же произошло за это время, с момента последней серии? Ну, во-первых, как видите, я нахожусь в плоту. Начнем сначала. Мой Птер пережил, все нормально. Я пошел к лучу его выгружать, а там тьма троадонов. Я не знаю, какого фига он у меня решил приземлиться на землю. Но троадоны, повторяю, тьма троадонов, там где-то около 7 троадонов было около луча ублюдочного. Его просто-напросто загрызли, причем так быстро, что я даже ухнуть не успел. Вот, ну, конечно, я лут весь сохранил, переместился на тот сервер, где я изначально играл. И, увидев то, что кровати у меня только вода, то есть вода, я понял, что меня зарейдили. И тут у меня сразу же закралась мысль. А как меня зарейдили? Через двери? Через чего? Как меня вообще зарейдили? Выйдя из дома, вот так пройдя немножечко, я увидел... Он, кстати, да, я верхний этаж уже снес. Я сначала снес, потом думаю, блин, я же не показал же ничего. И все, то есть я понял, что зарейдили меня подписчики, либо читер. Читеры те, которые знают, как пройти. Но смысл им заморачиваться на такую халупу, если они могут зарейдить что-то больше, к примеру, там база. Я думаю, там ресурсов намного больше, чем у меня. У меня единственное, только порох они могли что взять, и все. И то, которое я делал, отделать нефиг. Вот. Означает, что меня зарейдили подписчики. То есть шли напрямую к луту. Напрямую к луту. Зайдя, то есть порох у меня хранился здесь, как видите, здесь у меня пусто. Здесь в стоячий факел я ничего не ставил, а зря не ставил. Мог бы что-нибудь там селитру положить хотя бы. Вот. Шли они непосредственно вот сюда. Здесь у меня все было зачищено, только рецепт на рогатку остался. И... как же называется там... рецепт на рогатку и кремень. Вот. Сюда, как вы понимаете, они не залазили, то есть я мог здесь лут весь оставить, они бы даже бы и не пошли сюда. В стоячем факеле у меня весь стоячий факел был забитый селитрой, я его специально не включал, как бы, и селитра у меня вся сохранилась, здесь у меня пусто, здесь ничего не было. Кстати, а здесь я что-нибудь хранил? Нет, ничего не хранил. Вот, как вы понимаете, это 100% подписчики, так как либо... так, ну вряд ли. Зачем им заморачиваться на маленькую халупу? Причем они видели, что здесь один шкаф, причем до термошкафа они не добрались. Они могли вот этот шкаф сломать и добраться до термошкафа. У меня здесь все волокно, которое вы там видите, или все волокно, да, еда хранилось в термошкафе. В этом же у меня хранилось, ну, всякое говно, короче. Ну, у меня в целом-то всякое говно на базе было. Единственное, только нужное было, это... порох на верхнем этаже. Вот, по факту наркотики и так далее, то есть по мелочи, селитра, вот это вся, все волокно, вся селитра, немного дерева, это хранилось в этом. То есть по факту все нужное хранилось там. Единственное, только они что у меня взяли, это ботинки маскировочные, такие же зеленые, здесь чертеж, а там ботинки. Да, мы пистолет забрали, да. Пистолет, патроны. И немножечко металла. Там что-то... хотя не, погоди, я инструменты же состряпал. Там даже и металла-то не осталось. Короче, всякую фигню забрали, и на том им хорошо. Я недолго думаю, ну, давай, короче, ломать постройку. Сломаю постройку, переделаю, как видите, уже полностью переделал. Я ту построечку всю снес. У меня хватило на 10 фундаментов и 2 стенки, и дверь. Я их сразу же здесь установил и все. То есть сейчас я здесь построю до конца, плот переделаю, и все будет хорошо. Будет плот у меня здесь. Я все-таки склоняюсь к тому, что меня зарейдили именно подписчики, так как шли непосредственно к луту. Вот вам и ответ на вопрос, почему же я вам не говорю, где я играю. Зачем? Чтоб меня рейдили сразу же, только стоило мне серию выпустить. Да меня, я даже бы серию не успел бы выпустить, меня бы сразу же рейдили. А так, пару серий выпустил, да и в целом я вкачался дофига левел. Вот, 61 левел. Кстати, по логам. Логи, кстати, сохраняются.
я не знаю, почему они тогда не загрузились, но логи сохраняются. Так, это я ломал. Вот, зарейдили меня на 76-м году. Фу, году. В 20276-м дне. А когда я снимал предыдущую серию, я сейчас посмотрел в конце, у меня там был 20270-й день. То есть, по факту, я вот закончил серию, я там строил домик, пока я там строил домик, то есть, когда я построил домик, здесь домик начали рейдить уже, вот, и, собственно, кровать вообще на 88 не сломали, это буквально недавно, вот, у меня 291 день, вот, ну, я рад, что они потратили больше сил, времени и ресурсов, нежели получили. Хотя, может, порох они получили, но по факту порох, ну, вы сами видели, получить здесь порох, это пфф, это вообще фигня. Камень, кремень и уголь. И все. Побольше костров поставил, и вот тебе бодяжит. А вот побольше печек. Так что ничего они практически не получили. Что же я сейчас намерен делать? А, это я хожу. Вот, я намерен разобрать полностью свой домик, полностью заградить этот домик, если нужно будет долутать ресурсов, и куда-нибудь отплыть с этого места. Куда, еще не знаю, но этот дом, я пока что на острове, я не буду строиться, так как я вообще просто элементарно не понимаю, что делать, как делать, зачем делать. Вот. А, кстати, если вы спросите, а как же они тебя нашли? Ну, найти меня легко. Просто как дебил. Это дебилы. Бегают по серверам. Ищут, то есть прилетают в те места, где приходят в те места, где видят они на видео. Смотрят, ага, это то, что нужно. И рейдят. Прикиньте, это насколько надо быть отмороженным дебилом. Ну, это как бы вполне нормально. То есть мир состоит из дебилов. Только одни дебилы умные, а другие дебилы недавно. Ну, я это так называю. Вот, в общем, сейчас я, пока ночь, доламываю всю построечку свою. И перегоняю куда-нибудь свою построечку. Ну, а там посмотрим, что будем делать. Кстати, немножечко включение из темноты. Почему они не пошли дальше? Здесь у меня стоит термошкаф. Как видите, и шкаф, и термошкаф, они не заперты. Я специально их оставил не запертыми. Думаю, если меня зарыдят через дверь, то чтобы они не ломали. Но получилось так, что они зарыдили через стену, дошли до шкафа, он не заперт, они его открыли, все залутали. И до термошкафа они не пошли, так как ломать-то им не пришлось шкаф, чтобы зайти. И, собственно, это спасло мои какие-то пожитки, какие-то ресурсы, которые хранились в термошкафу. Такие вот дела. Повезло, можно так сказать. Да. Если пошли по дверям, то зарядили бы абсолютно все. Все бы мою селитру бы сперли. Нафиг не нужно, но все равно. Жалко. Ну что, домик я свой разобрал. Плот, как видите, достроил. Пора и честь знать. Чувакам из апокалипсис, как говорится, удачи. Строятся они неимоверно быстро, и это хорошо, здорово. Если бы они зарейдили, то как бы я вообще-то от них и ожидал рейда. Вот, ну, как бы непонятно из-за чего к луту подобрались все-таки. Я думаю, все-таки это подписчики. Ну, либо читаки, конечно, на читаков грешить неохота. Потому что я все-таки надеюсь, то, что здесь читаков не так уж и много. Но они везде есть, это понятное дело. Я больше склоняюсь к тому, что это реально могли подписчики сделать. Потому что даже не подписчики, а именно смотрящие. Потому что мир не без дебилов. Вот, сейчас я пока что подумаю, что мне делать на данном этапе развития. Вот, и уже там будет видно, что да когда где. Хоу, смотрите, как я модифицировал свой плот. Во-первых, это чистая коробка 3x3. С рампой. Все как положено. Ничего не мешается. Как видите, здесь у меня тоже фундамент стоит. И, как видите, я стою в фундаменте. Но спросите вы, как же ж я туда сажусь? Это настолько тупо и гениально одновременно, что я даже не знаю, как мне это сразу в голову не пришло. Когда я вылазю с плота,
то я нахожусь именно здесь. Конечно, да, можно вот так вот залазить постоянно, и как бы все хорошо, но надо же как-то изнутри сесть. А для этого у меня есть люк. Да, здесь обычная рама и вот так опаньки. Закрыли, чтоб не мешалось. Я говорю, закрыли, чтоб не мешалось. И опаньки. Здорово. По факту я могу как и снаружи сесть, то есть подплыть под него, так и изнутри сесть. Блин, это, я говорю, это настолько гениально и просто, что это одновременно тупо и просто. Да, я счастлив, что у меня получилось то, что я захотел. Я тут что только не пытался, как я только не пытался извращаться, но вот эта вот фигня. Что-то как-то мне сразу-то не пришла в голову, хотя я уже наподобие делал, если что-то пошло, только я делал люк не здесь, а вон там, и так подумал, а зачем? Зачем мне делать там, если здесь вполне все нормально? Кстати, по факту можно сделать вот здесь-то в центре такое типа уютное местечко, оградиться все двойными стенками, и здесь поставить нужные ресурсы, просто люк не ставить. Вот, а поставить шкаф, допустим, и так далее, то есть, чтобы ресурсы хранились за двойной стенкой. А в общем, короче, все, хватит уже о плоте. Я поплыл куда-нибудь, не знаю еще пока куда, но куда-нибудь я поплыл. Кстати, пока я плаваю, путешествую, я все еще принимаю ваши предложения о том, где лучше строиться на острове, где нежелательно строиться. Опять-таки же, для соло игрока и без возможности, что вот бах, у меня на следующий день рейдер. Ну и, конечно, желательно, чтобы путь был недалеко и была более или менее ровная площадка, чтобы я мог там построить свою базу. Так что очень на вас рассчитываю. Ого, смотрите, какая черная полоса, она все потихоньку затягивает, затягивает, затягивает. А это просто туман. Я сейчас думаю, что за полоса на горизонте? Ну только смотрю, блин, наверное, туман. И так это прикольно. Вот реально эффект такой классный. То есть она потихонечку, потихонечку затягивает, затягивает. Ну а я, собственно, лечу, плыву к лучам, чтобы выгрузить свой лутецкий немножко. А именно металлические инструменты я выгружу и так далее. Потому что я хочу сделать? Поставить свой плот где-нибудь далеко, а потом сдохнуть и подбежать к любому лучу и перезагрузиться. Да, геморно, да, заморочено, но по факту я надеюсь, что мой домик так хоть как-то будет обезопасен. Там, конечно, ничего нету, но жалко, жалко, жалко время строить его по новой. Реально, хоть двери открывай, да все эти открывай. А это что такое? А это медуза типа сдохла что ли? О, просто сдохла по ходу дела. Да, ну нафиг, если не сдохла, она меня точно замутозит. Такие вот дела. Кстати, я вам уже показывал, как быстро перемещать предметы. О, солома. Заходим в данные, нажимаем на предмет Т. Нажимаем на предмет Т. То есть вместо того, чтобы просто навести, нужно его выделить. И это позволяет нам быстро получать, либо выгружать предметы. Вот такие вот дела. Очень удобная штука. Потому что я, когда начал с этим возиться, я думал, ну как-то же должно быть быстрое перемещение. И когда я выделил и нажал на Т, он быстро переместился. То есть здесь ничего сложного не оказалось. Ну, поэтому, если у вас макросная мышка, можно на какую-то кнопку и сделать бинт. Допустим, на сбоку вот эти мышки, да, либо вместо тройного нажатия, чтобы такой был бинт. То есть, клик. Ой, ну вот здесь видите, у меня двойной клик был, а так вместо двойного клика просто делаешь клик-е, и как бы очень даже удобная штука будет. То есть все, как говорится, легко и просто. Вот, выгрузил немножечко предметов. Броню не вижу смысла выгружать. Ну хотя, ладно, давай выгрузим тоже. Вот.
Авось пригодится. По крайней мере, она тепло дает, на том уже хорошо. Сейчас пойду где-нибудь плот оставлю в тихом, спокойном месте. Я очень на это надеюсь, что это тихое будет, спокойное место, где шансов, что меня зарейдит, будет мало. А если взрейдит, то они все равно ничего не получат. Я так что буду счастлив только. Вот, поэтому как бы такие вот дела. Ладно, лучше пускай тусуется, кому-нибудь он на авось пригодится. Вот и все. Ну, а там уже будет видно, что да как да где. Кстати, я тут умер, если что. Не обращайте внимания. Пока я вспомнил. На моем канале уже 2 дня число 3333 подписчиков. Это здорово, знаете, это здорово, когда такое число ровное, и даже вот реально было охота, чтобы пару дней хотя бы это число поддержалось. Оно реально уже пару дней держит, это здорово. Ну, я уверен, что сейчас наварят в плюс, и на момент просмотра этой серии уже число другое, либо плюс, либо минус, но прикольно, вот это 3333, это просто здоровски. Всем вам спасибо, ребята, что подписываетесь на меня, ну и девчата тоже. Всем вам спасибо. Ну, как говорится, кто бы сомневался, стоит база. Кстати, да, пришел на центр. И вот она база. Ну, как вы видите, она полностью разрушена от и до. Здесь у меня трайба нету, поэтому неизвестно когда, что, где. Но по факту, да, здесь просто безбожно все разломали, раздолбили. И явно долбили не просто так. Это логично было. Во-первых, я в наглую построился. Да, плот, понятное дело, уничтожили. Ну, то есть, как бы его полностью затопили, я думаю, да? Это же не мой плот. Вот. Вообще пофигу. Во-первых, да, его полностью плот затопили. Это как бы было логично. Во-вторых, я просто нагло построился среди двух лучей. Это я даже и не думал, что у меня постройка как-то проживет долго. Поэтому я даже без доли сомнений знал, что именно здесь меня бомбанут. Причем я думал, здесь будет куда намного быстрее, но получилось примерно одновременно бомбанули. Ну, думаю, и ладно, как бы пофигу. Здесь я даже и не сомневаюсь, что меня бомбанули именно не подписчики, а именно какие-нибудь топовые трайбы и все в таком духе. Так как здесь уже глушили ракетами, они просто так, так сказать, здесь уже целенаправленно глушили по полной. Ну, хотя, опять-таки же, тоже как-то глупо все это дело, но раздолбано здесь все, если так уж совсем по-простому говоря. Вот, это, кстати, вся фигня, это была в этом, в луче. А вот, я его когда туда залазил перемещаться, я это залутал немножечко. Вот, поэтому сейчас эту построечку тоже доубираю, ну и буду думать, что делать дальше. Да, с одной стороны, выживать на официалке это здорово, а с другой стороны, нельзя быть ютубером, чтобы выживать на официалке, так как, во-первых, тебя могут и без этого бомбануть, то есть без ютуба, то есть шансы есть, чтобы бомбануться, вот, ну а во-вторых, с тебя смотрит какой-нибудь дебил, который заходит, я его хочу зарыдить. Вот, и все. Сидит полдня, выдрачивается, смотрит, где, что, как попасть, и все в таком духе. Вот. И уже взрывает. Вот, ломает, взрывает и так далее. Вот, сейчас я эту всю построечку уберу, как бы смысла в ней нету, вот, и, к примеру, фундаменты сделаю каменные. Они требуют дофига ресурсов, и, как бы, почему бы нет. Постройка эта нафиг не нужна, а зачем хламить сервера? Я не умственно отстал, и я не хламлю сервера своими постройками, как это многие делают. Зайдут на сервер, понастроят сраную тучу соломенных фундаментов и убегают. Вот. Ну, это я про модифицированные сервера. Вот. Там это куда более наглядно заметно. Вот. Ой, блин, надо было стенки сначала сломать. Вот.
К чему я клоню? Да, конечно, официалка это здорово, но играть в соло на официалке это очень крайне тяжело. И нет, я не закончу снимать на официалке, я продолжу, я буду играть, я попробую еще пару баз построить, но в целом моя основная цель, почему я, собственно, еще не забросил все это дело? Моя основная цель это вкачать персонажа, чтобы у меня был персонаж хорошего левела. Какой левел мне нужен? Ну, хотя бы, наверное, 80-й. То есть, если что, как, где, то есть, наберу трайп и все в таком духе, наберу команду себе, то я уже смог зайти в игру и не быть обузой, который: «Ой, извините, чуваки, я сейчас вкачаюсь», а уже буду таким человеком, который сможет не только, так сказать, что-то создать, но и человеком, который будет иметь определенные параметры и иметь возможность сразу же внедриться в игру, а не просто тупо как говно сливаться. Вот. Поэтому сейчас я немножечко здесь луч себе обновлю. Перемещу предметы. Ну и продолжим. Продолжим. Обязательно продолжим пытаться выживать. Приплыл. Даже не так, прилетел на тот сервер, где я начинал, то есть на тот центр, где я строил плот и добывал металл. Плот нашел, плот целый, как видите, он полураздолбанный, конечно, прям реально половина у него снесена. Но факт фактом, он целенький, все хорошо. Я хотя бы могу плавать. Это уже хорошо. Сейчас плыву, чтобы посмотреть постройки. Конечно, опять-таки же, кстати. Я пока стоял, ждал. Ну, короче, как получилось. Я стою, загружаю предметы. Как предметы, хлам, короче, загружаю в луч. И лучом глючит. Что-то плохо загружает, плохо выгружает, короче, медленно, потихонечку. А я пытался там кожаные шмотки закинуть. Вот, тканевую убрать, кожаные закинуть. В общем, получилось так, что даже тканевую не убрал, не успел вытащить, меня оглушили, короче, наркобариками накормили, и я там валялся. Отобрали ящик кровать, короче, и селитра там у меня было несколько штук, ну, сами видели. Вот, и все, как бы. А даже тканевую одежду мне оставили. Ну, да, вот он, вот кто мне добьет мой плод. Но не тут-то было, обломись, козел. Вот, и, собственно, я потом проснулся, все нормально, меня не стали ни убивать, ни в плен брать, просто по факту, чтобы я не мешался. Оглушили, усыпили, как говорится, и все, там, залутали и так далее. Вот, и, собственно, что касается, к чему я это все рассказываю, а к тому, что место-то там, зараза, очень сильно проходное оказывается. Стоило только лучу появиться, и опаньки, и уже сразу человек там сидит. Вот такие вот дела. Сейчас я бегу к своей построечке, которая у меня здесь была. Была и осталась, да ладно. Вынесли мне только дверь. И здоровски, построечка-то осталась. Прикольно, кроватку здесь поставить и можно немножечко повыживать. Здорово, 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 здорово. Опаньки. И тишина. И, кстати, я во всем получается выключился дождь. То есть даже там выключился дождь для меня. Не, ну сам факт того, что выключается дождь и его не видно, это здорово. Это здорово. В постройке это самое оно. Тишина, как говорится, и спокойствие. Ну, что я могу сказать? В общем, бомбанули мне мои постройки все постройки, вот все, которые были, все мои постройки бомбанули. Отчаиваться, как я уже говорил, я отчаиваться не буду, так как я качаюсь и добиваюсь того, что я хочу. При всем при этом, каждый раз, строя новую постройку, я качаюсь все сильнее и сильнее, так как каменная постройка, она точнее, дает экспу дополнительную. Я добываю ресурсы, я
строю здания и я качаюсь, качаюсь, качаюсь. Моя задача это докачаться хотя бы до 80-го левела. Если получится построить огромную базу, то я обязательно буду дальше продолжать развиваться. Если уже нет, то перейду обратно в модифицированные сервера, но персонаж-то большого левела на официалке у меня, конечно же, останется. И это самый главный плюс. Вот такие вот дела. В общем, на данный момент я не знаю, что мне делать. Сейчас я просто выйду из игры и уже буду пытаться обмыслить все это дело. Вот. Ну а по факту, я имею лишь то, что вы сейчас видите. Ровным счетом ничего. Сейчас я загляну в луч, я вам покажу. Знаете, в чем-то даже. О, кстати, повезло, что здесь луч, я думал до того полечу. В чем-то даже хорошо, что моего птерчика убили, Троадон, это как. Я бы все равно не смог бы его постоянно заходить, где-то мне пришлось бы строить дома и так далее. А тут как бы такие вот дела. По факту, вот они мои ресурсы. То есть у меня есть топор, кирка, седло для птера, то есть энные ресурсы первоначальные, лук, наркострелы. То есть все пока что вполне здорово и очень даже неплохо в этом плане. А именно то, что я смогу начать с нуля намного быстрее, так как у меня есть металлические инструменты. И это, конечно же, самое главное. Хранить металлические инструменты в луче. Это, пожалуй, самое гениальное, что у меня пришло в голову. Но проблема в том, что я не знаю, где построить базу так, чтобы меня не бомбанули. Я вообще не знаю. Ни на острове, ни на центре. Если честно, то. Ну хотя да, есть идея, где построить, но там до луча дофига бежать, лететь и так далее. Вот, поэтому как бы это немножко тоже такое себе удовольствие. Вот так вот. Чтобы не мешалась всякая фигня. Вот. Поэтому как бы тоже такое себе удовольствие в этом плане. Неплохо. Вот. Давай вот так вот сделаем. Вот, но уже первоначальная построечка есть. Так что осталось только все это дело загрузить. И у меня уже будет какое-никакое первоначальная построечка там, где мне это будет нужно. Конечно, ваши комментарии о том, где можно построиться и так далее, мне очень сильно помогут, так как я совершенно не знаю, где можно построиться так, чтобы меня в итоге не бомбанули. Есть идея. Допустим, про центр я 100% знаю, где можно построиться. Где я, пожалуй, и буду строиться, но чтобы туда добраться, нужно не только ресурсы, но и огромное количество времени. Те, кто знают, я думаю, уже догадались. Те, кто не знают, как говорится, одни из новеньких, те, возможно, узнают потом в дальнейшем про это все дело. Вот, ну, а по факту, это, конечно же, грустно. В целом, вся вот эта ситуация, конечно же, очень грустная, так как я сейчас на данный момент не имею ничего. Но зато я имею металлические инструменты, огромный левел и энтузиазм на всю эту постройку. Фух, ладно, ладно, народ, в общем, что я вам могу сказать? Самое главное это не отчаиваться. Вот. И верить в себя, конечно же, это самое главное. Пускай мои все постройки бомбанулись, но что поделать, что поделать. Бывает. Ну а на этом я уже с вами, пожалуй, буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Вот. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Все как обычно, потому что я очень вас верю. Ой, это явно не то. Это вот это нужно. О,
О, да, всем спасибо, спасибо, что поддерживаете меня, всем спасибо. Алло, блин, давай-ка мне вот это вот. О, спасибо, алло, такой нет. Слышь, ну-ка давай-ка не бузи мне, вот этого надо. Вот это, во, погнали. Вот, спасибо, спасибо, да, ого. Блин, меня это уже прикалывает. Это как мини-игра. В общем, все, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.